Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы видите это, то значит мы возвращаемся к Broken Sword, слепящий дракон, и мучаемся с этой сраной головоломкой. Я не знаю, как ее решать, но будем по мере поступления все это дерьмо выполнять. Так. Ну что дальше делать? Теперь следующую хрень соединять, да? И... Чего, блядь? Что-то я ни хрена не пойму, ну да ладно. Ага. Сейчас будем 3 часа мучиться, что делать, да? Но не так. В смысле не так? А как? А! Ну? Так ничего не выйдет. Ты издеваешься? Не так. Вы серьезно? Вы сейчас хотите сказать, что изначально... Изначально я неправильно, блядь, соединил? Серьезно? Подожди. Что он там первого дергал? Сейчас, подожди. Давай. Допустим, мы подойдем. А, я, наверное, неправильную последовательность, да, сделал? Вот куда ты попер? Придурок. Стоби. Да на это на Дрейка хоть. Научись будь. Так. Дальше, что? Это я так понимаю, что эти, да? Изначально этот двигает, да? В смысле, а почему изначально двигается... Потрясающе! Машина пролетела по полу, как будто была весом с пушинку. Нет. Подожди. А как ее обратно это затолкать никак? А почему? Могли бы сразу сказать, а? Бля. По-моему... Двигаться нужно. Так, а в каком тогда направлении они двигаются? Я что-то не могу понять. Что за херня? Подожди. Почему двинулась с той стороны, я не пойму. О! Реально двинулась, подожди. Потрясающе! Машина пролетела по полу, как будто была весом с пушинку. Угу. Да ёпара СТ, ну. Чё? Серьезно? О.
И чё? И вот так двинуть, что ли, и туда отправить? Ай, быстрей! Я не ту кнопку нажал. Твою мать. Отправляй. Так. Ага, получилось! Ага. И теперь нам этой стороной надо, да? И какую? Ту часть, что ли? В смысле? Другой стороной, что ли? Подожди. Не, подожди. А все-таки вот этой, наверное, да? Не так. Да что ты мне мозги дрочишь, не так. Ну, давай последнюю потом. Второй фрагмент четко встал на место. Ну давай теперь третий. Раз все такие умные. В смысле? Давай. Я и забыл эту головоломку, если честно. В смысле? Алло? Может, ты как бы встанешь? Давай. Я затаил дыхание, и последний фрагмент скользнул на место. Великолепно! Вот дрочиться сейчас с этим вообще будет великолепно. Я тебе говорю, Стобарт. Дрочиться с этим. Сейчас будет вообще великолепно просто. Так. А какой этот ближайший? Схватившись за кольцо внизу столба, я мог вращать кристалл на 90 градусов за один раз. Так. Повернув кристалл, я отразил силовой луч, направляя его на соседний кристалл. Стобарт. Ты это, типа, не выёбывайся. Так, а что, потом тот, что ли? В смысле? Так, а вот это интересно. А дальше-то чё? Дальний, что ли, рили? Подожди.
А нет. Серьезно? Это и все? Ой, бля, подожди. Не понял. Ага, подожди. И чё? И чё дальше? Эй, Нико! Ага, подожди. Эй, Нико! Если нажимать на панель, одна сторона вон того символа загорается. Каждая панель отвечает за свою сторону символа. А что, если мы нажмем на обе одновременно? Стоит попробовать. Ну давай. Где вторая? Подожди. Так. А где она, вторая была, эта панель? Так. Стоп. Стоп, что? Да блин! Подожди. А чё, мы что-то неправильно сделали или чё? Подожди. А где там панель? А где там ещё вот здесь панель была или где? Нет? Стоп, а где? Вопрос. Так, подожди, что-то опять профукано, сейчас, секунду. Ага, то есть получается, вот эту крутим вот так, да? А нет. Все-таки вниз. Да блин. Так, подожди. Теперь эту крутим по ходу до той. Сейчас. Блин. Так. Нет. Да, по-моему. Потом. Подожди. Так. А вот эту тогда куда крутить? Подожди. Так, стоп, а при чем тут? Чё? В смысле, ни хрена не пойму. Я опять запутался. Подожди. Чего вы меня запутали?
Так, а теперь какую, я не пойму. Офигеть. Чё? А это тут при чём? Подожди, если у нас луч уже идет туда. Подожди. Стоп. То куда он идет? Мы его типа увеличить, что ли, должны или что? Манипуляции с устройством обратили поток энергии в обратную сторону. И что это дало? Подожди. Ну я так и знал, что в принципе кнопку надо было нажать. Так. И что, а дальше возвращаться обратно в эту комнату или что? Походу, что да. Так. Опля. Теперь понятно, что нажимать, по крайней мере. Это, в принципе, дураку понятно, что нажимать одновременно. Так. Окейнико, готово? 3, 2, давай. 1, пуск! Знаешь, когда мы в форме, мы с тобой чертовски хороши, Нико. Непобедимы, Джордж. Ты куда пошла? Я с тобой можно потарахтеть? Эй, Нико! Если нажимать на панель, одна сторона вон того символа загорается. Каждая панель отвечает за свою сторону символа. А что, если мы нажмем на обе одновременно? Стоит попробовать. А подожди, ты, мы уже выполнили. Я с тобой просто потарахтеть хотел в тот раз. Подожди. Так, подожди. Опа. А что тут у нас? Так. О-о-о-о-о-о. Что за... Господи, это серьезно! Давай быстрее, а то здесь все обрушится. Ёпарасоте. Да, я даже знаю, из-за чего все это рушится нахер. Так. Что за... Джордж, я чувствую присутствие силы. Должно быть, мы уже близко. Думаешь, это там? Ага. Нико, я хочу, чтобы ты знала. Если со мной что-нибудь случится... Да. Ты можешь забрать мою коллекцию комиксов про Тентена. Спасибо, Джордж. Я так тронута. Да. Так. Ладно. Есть идея, что делать дальше? Нам нужно пройти через эту дверь, Джордж. Да? Правда, что ли? Тут наверняка можно найти что-нибудь, что нам поможет пробраться внутрь. А что еще? Так. Ага. Так. Не представляю, как это можно открыть? Подожди. Что там у трупа было? Я бы ни за что не стал делать это. Подожди, а наверное... В этом совершенно не было смысла. Подожди. А что мы еще нашли? Как... Вот эту пластину, да? Идея была так себе. Она просто не поддавалась. Подожди, а что тут еще?
Подожди, я ее осмотрел, но... Стоп, что? Или что это, подожди? Это монета. А, подожди, а почему оно не применяется? Не в этот раз. Не понял. А, Джордж, ты тупишь? Как бы... Твою же мать, это я дебил. Так. Думаю, сработало. Черт. Пластина как будто встает на место, а потом просто выскакивает. Ну давай Ника попросим. Кого-то. Пластинка все еще была теплой. Блять, извините. Так. Ну, думаю, сработало. Да. Да. Черт. Да эти. Пластина как будто встает на место, а потом просто выскакивает. Джордж, я не тупой, блядь. Прикосновение не дало никакого эффекта, хотя было очень приятным. Джордж, ты идиот. Пластинка все еще была теплой. Так, а можно скомбинировать? Нет? Ага. Хер там. Думаю, сработало. Блять. Давай. Ну да, я не могу одновременно держать пластину и проходить через дверь. Блять, ты дебил! Нико? Да, Джордж. Эй, Нико, возьми этот шарф. Ты можешь прижимать пластинку к панели через него. А ты что будешь делать? Я пройду через дверь и проверю, что там. Грёбаные, блядь, скрипты. Давай, Джордж, скорее. Давай, блядь. Скорее. Это было крышесносительно. Точно как на силовой станции в Париже. Ну мы же были здесь. Бери. Там был мощный энергетический луч. И еще, снова, в луче был камень. Интересно, был ли этот камень ключом, как тот с Омегой? Так, может ты сохранишься? Это, мне кажется, нам походу это... Снова задницу надерут, блядь. Так. О-хо-хо-хо-хо. Опять буду материться, твою мать. Так. Эй.
Что случилось? Это было как в Париже, только обошлось без кровопролития. Правда? Я нашел еще один камень. Знаешь что? На нем символ Альфа. Может, вы потом будете тарахтеть, нет? Не с места, Стобарт. И ты тоже. Скажи, Нико, разве это не она блистала рядом с тобой в том маленьком шоу в Париже? Да, для нее оно не кончилось, как я посмотрю. Наверное, она за тобой подсматривала. Заткнитесь, оба, и дайте мне ключ. Ключ? Ох, я все время путаю ключи. Вам придется мне напомнить. Еще раз, что это был за ключ? Ты со мной не играй, Стобарт. Я знаю, что он у тебя. Ты украл его из сейфа. А, ключ Соломона? А мне ты почему не сказал? Давай его сюда. Мы бы с охотой. Но? На самом деле у нас тут ключа нет. Мы оставили его дома. Так у вас его нет. Нет. Как жалко, очень жалко. Точно. Мне очень неловко, что вам пришлось проделать весь этот путь впустую. О нет, я потратила время недаром. Это хорошо. Все равно я собиралась вас убить. Скорее, Джордж, давай убираться отсюда. Блять. Еще чуть-чуть и... Повтори еще разок. Пошли, Джордж. Надо шевелиться. Подожди, подожди, дай мне... В смысле? Блять, сохраниться нельзя, ты серьезно? Гарри, поехали! Ну, так-то лучше. Куда? На центральный вокзал. Ты, мать твою, сам думаешь, куда? Просто вытащи нас отсюда! Знаешь что? Я готов выслушать любые предложения. Какое у тебя было лицо, когда выстрелили копья? Видишь, что бывает, если оставить Андре без присмотра на 5 минут? Нико, прости, я... Андре, что случилось? Какие-то люди, они здесь все перевернули. Но почему? Они хотели ключ Соломона. Мы сказали, что у нас его нет. Ух ты, бедненький. Ой, это просто пара царапин, Андре. Ты будешь жить. Где Бруно? Они его забрали. Ты им позволил? Так... Послушай меня, Джордж. Я отрубился. Скорее обделался. А что он здесь делает? Когда я пришел в себя, он был прямо здесь. С тех пор он висит на телефоне. Да кто он есть? Он свинья. Вот кто он такой. Кретин, идиот, гладкорожий с деревянной башкой. А, коп, который тебя посадил. Должен отдать ему должное. Он, значит, парень не из пугливых. А это что еще значит? Ладно, расскажи нам про ребят, которые тебя избили, Андре. Один из них был чистая горилла. Кажется, они называли его Флэп. Флэп? Люди Сусарро. И у вас хватило наглости? Это одно из необходимых профессиональных качеств, мадемуазель. Мне следовало бы выкинуть вас за дверь. Как пожелаете. Вы 2 дня продержали меня в камере. Да, мне рассказывали. Вы хотите сказать, что не знали? Меня перевели на другое дело. Тогда почему вы здесь? Дело мадемуазель Каллар украли у меня из стола. Я подумал, что она может быть в опасности. Значит, кто бы это ни сделал, у него есть человек в полиции. И не один. Вы помните красную спортивную машину, мадемуазель? Информация по ней внезапно стала закрытой. Значит, у Сусарро... Есть могущественные друзья. Сусарро? Он могущественный человек. Отшельник. Лидер культа. Я однажды написала о нем статью. Похоже, что у него теперь зуб на меня. У него определенно есть серьезные связи. Человека, похожего по описанию на вашего месье Оствальда, несколько часов назад сумели протащить через таможню. Хотя он вполне очевидно был накачан лекарствами,
Таможенникам приказали закрыть на это глаза. Куда они направлялись? Они сели на самолет, летящий в Прагу. Что ради всего святого станет делать Сусаро в Восточной Европе? Ясно, что здесь имеет место некий заговор. И касается это не только моего отдела, а всей полиции, возможно, всей страны. Если мадемуазель позволит, я буду рад предложить свою помощь. Вы очень добры, инспектор. Нет, это не доброта. Это мой долг. Может, вы проверите Сусарра по своей базе? Место жительства, прошлое, все такое? Очень хорошо. Я займусь этим прямо сейчас. Так, подожди. А, это ролик, что ли? Алло. А почему вы ему не рассказали, что происходит на самом деле? Чтобы навлечь на себя новые подозрения. Нет, мне это не нравится. А, так он думает, что помогает. И что теперь? Что, если это те головорезы? Не думаю, что они станут стучаться, Андре. Беатрис? Бонжур, мадемуазель. Я надеюсь, вы не будете против. Вы оставили мне свой адрес, и мне нужно поговорить. Разумеется, входи. Что это за прелестное создание, Джордж? Ты имеешь в виду, откуда ее выкопали? Что? А, ничего. Ты никогда с ней не встречался? Не имел удовольствия. Позвольте вас представить. Это Джордж, это Андре. Очень приятно познакомиться. Привет. Джордж из Америки. Вау! Розвелл, Кеннеди, полет на Луну. В точку, наша тройка лидеров. Это Беатрис. Она подруга... Она была подругой Вернона. Есть ли новости? Вы знаете, кто? Его убила женщина по имени Петра. Она работала на некую секретную организацию. Скинхеды, да? Хуже. Мегаломаньяки. Они, наверное, очень страшные. На самом деле, он всего один. Человек по имени Сусаро. Он контролирует группу, некогда известную как «Новые тамплиеры». Вернон упоминал про тамплиеров. Кто они были? Орден был основан в Святой Земле. Более 800 лет тому назад. Для того, чтобы защищать христиан-пилигримов от мусульманских армий. Их численность и богатство выросли настолько, что даже короли обращались к ним, чтобы взять денег в долг. Однако в самом расцвете своей власти они попытались обмануть короля Франции. Он всех их отловил и передал в руки инквизиции. Последнего великого магистра сожгли живьем в 1314 году. Но вы думаете, что они все еще где-то есть? Разные группировки, да. И они убили моего долгоносика. Они? Но мы не знаем, что это сделали тамплиеры. Они могут убить нас всех. Ага. Они напали на меня. Посмотрите, вот следы остались. Ах, вы бедняжка. Но вы сумели от них отбиться. Вы живы. Вы, наверное, такой храбрый. Скорее, безрассудный. А может, просто безрассудка? Ты права, Беатрис. Здесь теперь небезопасно. Я переехала в старую квартиру Вернона. Можете пожить со мной? Похоже на хороший план. Подождите, нам нужно что-то решить насчет Бруно. Как? Все, что мы знаем, его увезли в Прагу. Значит, нам надо выяснить, куда именно в Праге его поместили. Туда и надо. И как мы собираемся это сделать? Помнишь офис в театре? Тот, где сидел браток, у которого палец с курка не снимался. Очевидно, там было что защищать. Думаешь, там могла быть какая-то зацепка? Стоит попробовать. Я пойду, а ты перетащи наше барахло к Беатрис. Я помогу. И забронируй нам билеты в Прагу. А почему я? Потому что у тебя есть деньги, Джордж. Прежде чем мы куда-нибудь отправимся, Беатрис... На DVD есть кое-что, что ты, я полагаю, должна увидеть. Ну да. По факту. О, сразу переключили на театр. Даже не это. Не дали нам опомниться, да? Подожди, сохранилось? Ну да. Текст. Третий Париж.
Так. Заброшенный театр. Так, а потом будет Прага, да? Так, Прага и... А, ну вот, отлично, да. Так. Прага, Прага, Прага. А может быть, так и надо. Так, подожди, а куда нам валить-то? Блин, ну самое главное, что самый тяжелый уровень мы... Стоп. Нам туда. Самый сложный уровень мы прошли. Я не знаю, почему я его считаю самый сложный, но... Но он сложен. Ну, я имею в виду вот эта беготня, она мне и головоломки, честно, затрахали. Так. А вот обычное продвижение, в принципе, мне нравится. Так. Ну, мы теперь без Джорджа, да? Как же мы будем без Джорджа, без нашего Нейтана? Так, подожди. А куда? Сюда? Сюда? Здесь сейф был. Я не могла открыть дверь. Слушай, мы не туда пошли, я в курсе. Ты могла бы, не знаю, это прокомментировать? По-моему, нам туда. Если я... А, вот. Здесь сейф был. И чё там? А, по-моему, нам можно взять этот. Нет? Стоп, это ж гримерная. Блять, подожди, а где сейф был? Стоп, подожди, это же и есть гримерная, если... Её разве нет? Стоп, где там пол обвалился? Или это... Не та гримерная. Бля, чё за фигня? Я уже путаюсь, где гримерная. Так, подожди, ну там тупик, значит, нам сюда не надо. Ой, как я уже запутался в этих сраных локациях, ребят, вот честно. Да блин. Дверь была заперта. Мне было интересно, что они прячут внизу. О, я понимаю, подожди. Ну, гримерная же она здесь, разве нет? Подожди. Стоп. Или мы не туда пошли? Подожди, мы еще знаем еще один вход. Это, по-моему, с той стороны, да? Я прав? Здесь же еще проход, не? Стоп. Подожди. Нет? Да ну нафиг. А куда? А, все-таки вниз в любом случае, да? Текс, подожди. Стоп, сюда что ли? Здесь же закрыто. Дверь была заперта. Я не могла взломать ее силой. Подожди. Я не могла открыть дверь. Она была заперта. Я понял, Нико.
Пей, Нико, жизнь будет заебок. Я, конечно, хотел сказать, пей, Вико, живи легко, но что-то у нас... Подожди. А, подожди, а лифт работает? Нет? Подожди, лифт можно? Подожди. Нет? Возиться с люком мне было незачем. Да с каким люком, твою мать? Люком Скауокером? Подожди. Мне не нужен был грим. Кроме того, мой макияж был в полном порядке. Приближался к идеалу. Тупо смотрю. Приближался к идеалу. Ну, что-то в 3D тебе ужасно сделали, Ника. Так, ну подожди, единственный вход... Стоп. Единственная гримерка, которая остается, это эта. Ну, я здесь... И где? Поскольку дверь была заперта, это был единственный путь вниз. Поехали. Такс. Ага, в ту комнату теперь идти, да? Крысы ползут, мыши ебут. Так, подожди. Вот, да? Заходи. Посмотрим, кто там. Опа. Что тут? Опа. Ну, тут красивенько, да. Подожди. Я быстро обыскала кейс, но в нем были только бумаги, относящиеся к театру. Ничто не указывало на деятельность Цусарро в Праге. Ага. Так. Так. Теперь ты мне мешаться не будешь. Хорошо, что на мне был шарф. Кусок говнеца. Итак, на чем мы остановились, когда меня так грубо прервали? А, ты его смотреть не хочешь, да? Так, подожди. А, что тут у нас? А, карта, ну она порвата. Порвутые карты, серьезно? Все порву. Подожди, что за фигня? Что нам делать? Значит, он не дал нам. Чё? А, документ. Подожди. Опа. Прага упоминалась вполне определенно, но конкретное местоположение могло быть любым. Между последних страниц была вложена фотография большого замка. Вольфенштейн? Сзади было символическое изображение дракона. Нет, не Вольфенштейн. В Праге не могло быть слишком много таких замков. Я нашла достаточно, чтобы выследить Цусарро. Да. О! Это то самое место? Еще страшнее, чем на фото. У меня мурашки по коже. Может, это генетическая память? В твоем роду были сокрушители вампиров? Извини, Джордж, тут тебе не повезло. Надеюсь, Бруно еще там. Нет, ты только посмотри. Москвич. Думай о приятном. Для нас гонки закончились. Ну, твои сиськи еще дают... Вау. Прикольный замок, однако, да? Так, подожди. Я хочу сохраниться. Так, это у нас... Цусарро, да? Оп, оп. Так.
А замок-то прикольный, не поспоришь. Так. Ага. Ну тут, конечно. Так. Ладно, ребят, я сейчас это сделаю паузу, в принципе, а вы это подождите меня, хорошо? Мы продолжим, мы не уходим. Я сейчас просто себе кипяточек поставлю.
Так, друзья, мы тут. Секунду, подождите. Я уже кофе сделал. Будем дальше прорываться по прохождению. Но, в принципе, я так понимаю, что до финала нам осталось совсем шушуть, да? Так. Ага. Чего надо? Привет! Прекрасный вечер! Пошел вот! Я надеялся, вы мне поможете. Моя машина... Отвали, тупица! Но... Это частное владение! Убирайся! Однако, его навыки общения требуют некоторой доработки. Джордж... Ты что, серьезно думал, что он откроет тебе ворота? Ну, я уж точно ожидал более любезного обращения. Нико? Да? Есть идеи, как попасть внутрь? Был бы ты поумнее, захватил бы план здания. О, да. Если бы был бы, то захватил бы. Разве нет? Конечно, я знаю, что это не твой стиль. И не твой тоже. Я предпочитаю рискнуть, действуя с наскока. Точно как я. К тому же решение всегда оказывается под рукой. Ага. Я боюсь, что они уже убили Бруно. Будем надеяться, что он не успел рассказать им лишнего. Ты такой добрый, Джордж. Похоже, замок и вправду старый. Ха. Средневековый, Джордж. Да, и это тоже. Кстати, а вы слабино уже? Мы уже что? Ну, занимались с ним этой ерундой. Какой ерундой? Ну, той, что мальчики с девочками занимаются. А, этой ерундой. Да, этой ерундой. Ерундой, которой мальчики с девочками занимаются. Я так и сказал. Слушай, Джордж, Андре – это хороший друг. Да? Значит, это просто совпадение, что он опять здесь болтается. Он специалист по древним рукописям. Кого еще я должна была позвать? А что не так со старыми некрасивыми специалистами, которых везде полно? Ну как обидно, что мы не можем ее починить. Посмотрим правде в глаза. Уехать на этом шансы и так были невелики. Ха-ха. Эй, Нико, нажмешь кнопочку? Что у тебя на уме, Джордж? Посмотрим, заставишь ли ты охранника открыть ворота. Эй, ты! Ты куда это собрался? Убирайся отсюда! Подожди. Проваливай! Так, я понял. Нико? Да? Не попробуешь отвлечь его еще раз? Давай. Подожди. Так.
Чего вам надо? О! Бонжур, шери. У меня маленькая проблема с машинкой. Вы не могли бы мне помочь? Конечно, могу. Могу помочь. О, вы так добры. Вы француженка, да? Господи, это невероятно. А как ну, вы догадались? Я повидал мир. О, готова поспорить, это так и есть. Первый барьер я взял. Но внутри были новые охранники. И собачки тоже. Грёбаный стелс. Вообще ничего нихуя не вижу. А куда дальше-то? Оу. Подожди, следующий двор-то это понятно. Понял. Так. Блядь, Джордж, ты тупой? Ну? Я подергал двери, но они были заперты. Так, а как теперь это все перемещать? В какую сторону? В эту? Серьезно? В смысле? А как я этот ящик-то... Так, стоп, а как я смогу его передвинуть? Надо было передвигать или что? Быстрее.
Я совершенно точно видел однажды, как Джеймс Бонд сумел очень остроумно применить фольгу. Проблема была в том, что я не мог вспомнить, как именно. Мусорный бак выглядел многообещающе. Главный предмет американского экспорта – гамбургер. Я положил полусъеденный гамбургер в карман. Должно быть, во мне сработал городской инстинкт выживания. Инстинкт выживания. Так. Так, а как теперь их с левой стороны? Это я понял, подожди. Понял. А куда? Сюда. Так, я походу понял, только не понял другое. Как их? Нет, подожди. Стоп, а там может еще какой-то ящик есть? Подожди. Нет? Это плохо. Стоп. Я подергал двери, но они были заперты. Подожди, Стоберт, я понял. А как? Очень интересно. Так, а вот это прикол. А как их передвинуть? Подожди. Подожди, стоп. Нет, стоп. Где-то пропукал. Да ёпара сэта, ну нету тут ящика, а как их передвигать-то? Подожди, ну единственный вариант только... Глюк. Подожди. А как тогда возможно ящик этот? А вот это уже прикол. Блять. И как мне его двинуть? Блять.
Что за бред? Что-то это довольно очень странно, я скажу. Каким образом я могу их передвинуть? А до этого нельзя было сказать, нет? Пипец, логика. Я вообще не думал, что он сможет. Какого хрена? А теперь-то как? Логика, блин. Я уже думал, что прохождение смотреть, обосраться. Вы чё, ребята? Наруто, издеваетесь? Чтоб я, блин, тратил время на... лишний раз вот это, блин... передвигать? Чё вы мне сказали, что их можно сверху передвигать? Пиздец. Ну... давай. Давай. Ебать. Может, ты спустишься, не? Так. Да. Смысл, подожди. Не понял ни хера. А? Куда? Подожди, куда двигать? Блять, ни хера не видно. Куда двигать, алё? Блять. Да ебать, зачем мне... блять, зачем мне инвентарь, алё? Я не понял, а куда? Куда валить-то? Где проход? Подожди. Стоп, может где-то здесь, в натуре? Ничего себе прикол. Пипец какой-то. Подожди.
Так, подожди, я что-то не понял. Эй, ты! Да в смысле, эй, я, иди нахуй. Собака, блядь, лает, да не кусает, блядь. Так. Эй, а вы не охуели сразу меня палить, нет? Ебланы, блядь. Так, стоп. Блять, как это, блядь, этот стелс-элемент? Я нихуя не пойму. Здесь явно не пройдешь. Да ёбаный в рот, эй ты, эй ты! Ёбаный насос, как это пройти? Блять. В холле тоже были охранники. Внутри здание было просто шикарным. Как эта собака палит, вопрос, блядь. Блядь. Вернись, блядь. Блять! Как это пройти нахуй? Нахуй иди, блять. Да.
Так, подожди, а в чем прикол? Ни хрена не пойму. Чтоб себе дорогу, что ли, прочистить или чё? Дядя Логика. Не понял. Подожди. Чё-то я ни хрена не понял. Ни хрена не понял. Чё, блин? Вы чё сейчас хотите сказать, я зря сюда ходил, что ли, блядь, или чё? Нихуя не понял, нихуя. Прикольно. Ты! Сука, так и знал, что, блядь, нельзя этим. Да, блядь, спасибо, теперь трахаться будем, как это. Эй, ты! Эй, ты! Да ёбаный в рот, откуда я теперь знаю, когда он там? Ты! И как мне, блять, проще будет нахуй это загрузиться, блять, чем с этого момента трахаться, догадываться, пока он там это. Пиздец. Просто пиздец, отвечаю. Ёбаный стелс. Нахуя такие миссии, блять, делать? Реально, нахуя? Да. Ну. О. Он меня тут не должен, да, заметить? Вроде как. Да ёбаный в рот! Нихуя не смешно, отвечаю. Блять, хоть бегом, хоть прискоком, блять, хоть как. Нихуя не получается. Эй!
Эй, ты! Да ебать, как это проходить? Я серьезно не знаю, как это проходить, отвечаю. Нахуй пошел. Ебать, он так и так палит, какого хуя? Заскриптованные долбоебы. Реально, блядь, заскриптованные. По-другому, блядь, не скажешь. Пиздец, просто пиздец, отвечаю. Просто отвечаю. Такой пиздец, я такого пиздец. Эй, ты! Да ебать, как ты меня заметил? Ты туда должен повернуться! Ебать, просто пиздец. Да подожди, а как? Блин, ну что за хуйня, блядь, как это пройти? Как старускому человеку? Как этот ёбаный стелс пройти, блядь? Сколько я на него времени должен потратить? Раз, два, три. Эй, ты! Да блин, в смысле ты, блядь? Если я уже в тени был, какого хрена? Блять, я в курсе. Да...
ты! Ты чё там, через стенку видишь? Ебать, как меня... Пиздец. Я не знаю, либо я отсюда продолжу, либо я уже, блядь, следующим стримом это сделаю, блядь. Я просто пропущу, нахуй, этот ёбаный момент. Я, блядь, не знаю, как это, нахуй, проходить, блядь. Я уже затрахался это проходить. Отвечаю. Просто затрахался. Просто пиздец. Ёбаный стелс, вот реально, ёбаный стелс. Ебал я его в рот, отвечаю. Я подумаю, что делать дальше. Так, друзья, мы вернулись, и, короче, я ступил, оказывается, здесь нужно было через заборчик перелезть. Так, а повыше я не могу, да? Тихо! Спасибо, чувак, нас застрелил. Прям благодарочка. Эй, ты почему так долго? Поболтали с Борисом о наших подружках. Видишь вертолет? Ага, любимая авиакомпания Сусарро. Джордж, ты должен найти пульт. Я думаю, эти ворота работают именно так. Угу. Пипец, тебе легко говорить. Дамочка, блин. Так, подожди. Блять. Угу. Стрёмненько, однако. Через нее мне было не войти. Угу. Так. Я решил этого не делать. Ракеты с тепловым наведением могли мне сильно помешать, если бы случайно выстрелили. Ага. Хорошо, и что ты мне предлагаешь? Алло, что ты мне предлагаешь делать, Стоборд? Куда? Что делать-то? Нахрена я здесь это, как этот, блин, маюсь, а?
Куда мне валить-то? Объясни. Чего? Ручки не было. Ага. Подожди. Да. Не понял нифига. Подожди. Ручки не было. Да блядь, ты заебал, ручки не было. Это было маленькое устройство с кнопкой. Возможно, та самая вещь, которую я искал. Хорошо. Идем к Нико. Чтоб жить легко. Так, подожди. А это что за ворота? У меня не было никаких шансов пробраться сквозь эту дверь без посторонней помощи. А, так тебе в эту дверь, типа, надо пробраться. Кнопка открывала ворота, но они снова закрывались, как только я ее отпускал. Я понял. Подожди. Подожди-ка. Так. Так. Гребаный стелс, блять. Мать твою. Стоп. Так. Подожди. Куда? Сюда? Нико. Так. Мне это было совершенно ни к чему. Да, блядь, поговори. Эй, Нико, с ней. Посмотри, тут тебе никакой охранник не нравится. А вот за это ты мне заплатишь, Джордж. Я все еще не придумал, как открыть ворота. Давай, Джордж, шевели задницей. Я слышала, как охранник о нас докладывает. Это Петра будет здесь с минуты на минуту. Я этого ни за что не стал бы делать. Пульт ты нафига взял, еблан? Мозги ты мне, блядь, не еби сейчас. Господи, что за логика в этой игре? Почему она, блядь, криво работает? Объясните мне, пожалуйста. Из этого ничего бы не получилось. О. Блин, серьезно? Где этот пульт использовать? Да. Не получилось бы, ну. Уже заколебался это место, блядь, проходить. Отвечаю. Так. Да, блин, ну не нужен мне инвентарь, Джордж. Ты можешь просто... Сим-сим, откройся. Великолепно, Джордж. Ой, сюда идут охранники. Давай спрячемся. Хотя бы сами, блядь, спрятались нахуй. И то хорошо. Слушай, Нико, не нажмешь эту кнопку? Мы очень любим кнопочки. Да, Джордж? Просто держи ее пальцем, пока я не выйду, ладно? Так, а что тут? Удача мне в этот момент была совершенно необходима. Я решил взять рукоятку. Импровизировать приходилось на каждом шагу.
Так, а дальше что? Дверь закрыта? Ага, понятно. Она закрытая, да? Так. Ага, подойдите к джипу, окей. Погнали к джипу тогда. Так. Так. Джип опустился на землю. И что нам это дало? Я снял машину с ручного тормоза. Теперь ручной тормоз был поднят. Так. Джип по-прежнему не поддавался. Да блин, подожди, Джордж. Наоборот сделай. Я снял машину с ручного тормоза. Так, отлично, теперь. Давай. Надеюсь, возмещать убытки мне не придется. Так, ну а дальше? Так. Ага. Эй, Нико, посмотри, тут тебе никакой охранник не нравится? А вот за это ты мне заплатишь, Джордж. Да блин. Джордж. Ты бесишь. Только после вас. Это определенно не тот случай, когда женщин следует пропускать вперед. Хочешь, чтобы сначала я ее проверил? Ну, разумеется. О, Нико, берегись! Мама, еще бы чуть-чуть и все. Ты была права. Еще бы. Я ведь не дура. Тебе придется искать другой путь, если получится. Хорошо, Джордж. Я подумала, что кронштейн может пригодиться. Ну да, почему нет, да? Будем собирать все, что угодно. Почему нет? Тикс. Да блин. Куда вниз-то спускаться, не понял. Не понял, куда вниз спускаться? Сюда, что ли? Или куда? Какого хэ? Алло. Очень запутанная игра. Никаких тебе ни подсказок, ничего. Вот откуда? Ну что за фигня? Вот куда? А? Куда? Вы мне хоть бы значки бы дали какие-нибудь, типа. Что за... А? Серьезно?
Капец. Что за... Так, подожди. Не понял. Стоп. Ага. В окне была щелочка, но открыть его не получалось. Может, кронштейном? Это было очень неудобно, но мне все-таки удалось просунуть кронштейн в щель и открыть окно. Вот так? Угу. Так. Это что такое? Латы были старые и ржавые. Я не хотела их трогать, чтобы не наделать шума. Окей. Так, а что, нам наверх, что ли? Или куда? За дверью только молчание. Так вот, это Петра. Говорят, она та еще штучка. Да уж, обожает убивать. Считает это формой искусства. Мерзко. Она пытала одного парня. Он умирал целую неделю. Как это у нее получилось? Они это называли «пустить на шаурму». О, ты хочешь сказать? Точно. Все точно так же, только без помидоров. А лаваш? Наверное. А какая она из себя? Короткие светлые волосы, больше я ничего не знаю. Я никогда к ней близко не подходил. Я тебя не виню. Мало ли что ей в голову придет. Вот именно. Чикен наггетс, например. Хот-дог с горошком. Фу. Если бы они меня увидели, моя песенка была бы спета. Мне нужно было придумать, как здесь перемещаться, не привлекая внимания. А пока мне надо было сидеть тихо, как мышка. А, это погреб, окей. Слышал? Кажется, это наверху. Похоже на то. Ты иди по боковой лестнице, я поднимусь здесь. Если там кто-то есть, мы возьмем его в клещи. Мне надо было спрятаться, иначе я бы попалась. Ты видел что-нибудь на боковой лестнице? Ничего. Все равно не расслабляйся. От этого местечка у меня мороз по коже. Да. Гребаный стелс. Снова гребаный стелс. Так. Дверь была заперта. Я не могла взломать ее силой. Расслабься. Сюда, что ли?
Я не могла открыть дверь. Она была заперта. Окей. Хватит тарахтеть. Я не могла открыть дверь. Не-не-не-не, да ты же заколебал уже. Я не могла. Угу. Еще одна запертая дверь. Дверь была заперта. Я не могла взломать ее силой. Наконец-то, блин. Комод был закрыт. Даже для старинной вещи замок был мощный. Все. Подожди. Кто там, блядь? Пока никто, да? Че? Может, ты осмотришь, нет? Чемодан был пуст. Если не считать парика. Какой сюрприз. Блин. Чемодан был пуст. Если не считать парика. Какой сюрприз. Ну, возьми ты его. Я взяла парик. По меньшей мере, теперь она не сможет им воспользоваться, чтобы снова притвориться мной. А здесь? Я взяла фен. Дай темный парик, а как светлый его превратить? Да. Ёбра. Блин, да что за... В раковину можно было пустить горячую и холодную воду. По крайней мере, холодную точно. Понятно. Экс. Это что у нас, краска, нет? О май факин гад, а почему... А куда тогда? Ага. Подожди. Чего? Подожди, я что-то там профукал? Подожди. Это интересно. Изнутри чемодан казался гораздо меньше. Судя по гулкому звуку, в дне чемодана было секретное отделение. Единственное, что мне надо было сделать, придумать, как его открыть. Как? А, карандаш, серьезно? Так, подожди. Где у нас карандаш? Из этого ничего бы не получилось. Я ощупала чемодан изнутри, пытаясь найти потайное отделение.
Ага. В одном углу была запрятана крошечная кнопка. Черт! Пальцы у меня были слишком толстые, чтобы нажать на кнопку. Давай. Господи! Я сомневалась, что этими ножами она вскрывает письма. Все оружие было плотно закреплено. Я забрала точильный брусок. Все оружие было плотно закреплено. Так, подожди. Столько геморроя, теперь возвращаться назад? Капец. Просто жопа. Комод был закрыт. Угу, окей. Так, подожди. Сюда иди. Да. Какое же неудобное, блин, управление. Да, блин, я понял. Тихо. Это кухня? Подожди. Или что это? Я не могла открыть дверь. Подожди, а где кухня тогда находится? Я что-то не пойму. А? Дверь была заперта. Я не могла взломать ее силой. О, я понял, Ника. Что за... А где эта кухня находится? Вопрос. Просто куча стелса. Куча ненужного стелса. Ага. Что там написано?
холл. А где, блядь, холл? То есть вот это холл будет? Вот это холл, да, по-вашему, или чё? Подожди. По сути, это холл, да? Вот это кухня. Ну да. Повар резал овощи на доске. Он делал это с трудом и выглядел не слишком счастливым. Так. Ага. Эй, ты! Ты что это, мать твою, делаешь? Я хотела почистить туалеты. Не моей хлоркой! Нет! Иди, найди себе свою! Меня тошнит от людей, которые прут мои вещи. Ладно, ладно. Извините. Так, подожди. А с ним поговорить можно? Чего? Подожди, а как отвлечь повара? Эй! Руки прочь от моей моркови, воровка! Ой, простите, просто она выглядела такой аппетитной. Последний, кто попробовал это сделать, остался без пальца. Если хотите и дальше красить ногти, я вам рекомендую убрать лапы. Ха. Так. А, как поговорить с ним? Подожди. Внезапно аппетит у меня почти пропал. О, привет. Есть минутка? Минутка? Так, 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 так. Дайте подумать. Мне надо приготовить 50 обедов для 50 прожорливых охранников. Я мог бы добавить, что там будет еще и пудинг. Плюс фирменное вегетарианское блюдо для мадам Петры. Плюс одно макробиотическое для сеньора чувствительной кожицы Сусара. У меня нет ни одного помощника. У меня кухня из каменного века. И она спрашивает, есть ли у меня минутка. Нет, женщина! У меня нет ни одной вонючей минутки. Пошла вон с моей кухни! То есть ответ нет? Да, ответ нет. Кто ты вообще такая? Черт бы тебя побрал. Сьюзен. Сьюзен? Что это за слюнявое девчачье имя? Это имя для девочки. Значит, смени. Мне оно не нравится. Простите, а вам вот это не нужно? Точильный брусок. Наконец-то хоть кто-то на этой занюханной кухне проявляет инициативу. Ну, я не надеюсь, что вам очень хочется в поварята. Деньги дерьмовые, рабочий день охренеешь. Условий хуже не бывает. Зато эта работа любого превратит в мужчину. Нет, спасибо. Нынешняя молодежь не знает, с какой стороны хлеб маслом намазать. Еще один вопрос. Как вы здесь очутились? Отрави один раз 70 человек плохой едой, и будешь платить за это до конца своих дней. Надо не забыть. Пока я здесь, я ничего не ем. Внезапно аппетит у меня почти пропал. Так, подожди, отбеливатель, да, стырить? Это быстрей.
Теперь, когда повар на меня не смотрел, я могла забрать хлорку. Так, а дальше? А, все. Назад вернулся, зашибись. Так. Ту-т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 у. Так, теперь можно спокойно идти. Так. Ох, какие геморройные уровни. Я манал. Вот это, вот именно этот уровень, он реально геморройный. Ёпарасоте. Если бы я еще помнил, в какую сторону топать, еще было бы. А, в эту. Так. Тик. 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 Так, сюда, да, по-моему? Угу. Такс. В раковину можно было пустить горячую и холодную воду. Я не была готова вылить хлорку в раковину. Она досталась мне нелегко. Да подожди ты. Я понял. Подожди. Так, да. Так. Так, подожди. Я надеялась, что эта штука отбелит парик под блондинку. Хлорка была хороша. Цвет пропал почти мгновенно. Парик был насквозь мокрый. Я не хотела таскать его с собой. Кроме того, хлорка могла накапать мне на одежду. Мне почему-то казалось, что варенка была не в стиле Петры. Фен был отличный. Я даже захотела купить себе такой же. Вуаля! Совершенно сухой. Пора на сцену. Пора. А чё ты? Ку-ку. А, подожди. Я все путаю эти кнопки. Текст. Теперь можно не это. Эй, кто там? Ой-ой. В смысле? Кого подтащить? Я что-то не пойму. А. Подожди, а. А, не к этой, к стенке. Подожди, к этой что ли стенке? В натуре? Не понял. А какой к стенке подтащить-то, алё? А какой из этой? К этой стенке, что ли? В натуре? Подожди. Стоп. Либо дверь заела, либо ее просто заперли. Капитан очевидность, да? Так, подожди. Так, подожди, Джордж. Сюда, походу, да? Давай.
бесишь. Так, а дальше что? Дверь вовсе не собиралась открываться. Я понял. Нам в какую сторону? В правую или в какую? Чё? За долгие годы горгулью изрядно побило дождем и ветром. Теперь она выглядела так, словно готова была рухнуть от малейшего толчка. Я всей душой за мирные решения. Но уж взялся за гуж, не говори, что не дюж. Ух, нифига себе место. Та-дам. Та-дам. Я тудун, тундун, 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 тундун. Так. Хорошо. А дальше? В смысле вниз? На туре? И вниз прыгать, что ли? О. Не понял. А дальше куда? В смысле? А нафиг я спрыгну тогда? Не понял нифига. Алло? Не понял. А надо было спрыгивать или нет? Блин, какого черта, алло? А, понятно. Я не заметил эту балочку. Ничего так трек качает. Так. Прыгай. И что дальше? В окно? В смысле, какое окно? Подожди. Это? Точно. Погнали. Чего? Что это такое? На лампе была старая ручка, которая, как я понял, ее включала. Фу. По крайней мере, ручка работала. Масло, капающее на пол, могло стать причиной пожара. Это я смотрю прям правильно, да, Джордж? Либо дверь заела, либо ее просто заперли. Капитан Очевидность, да? Так, подожди. А что тут? Для чего нам вообще? Дай ёпарасете. Опять эти, как его, головоломки с ящиками. Да, ребят, вам не надоело, нет? Ёпарасете. Не, ну то, что там походу двери, я походу в курсе. Так, подожди. Ну, понятно, что ты ее не вытянешь. Женительный мотор, Джордж. Так, стоп. Для чего-то, походу, надо было двигать этот... эту сторону, да? Да. Так, хорошо. А
Для чего тогда вот эту двигать? Ну да, походу, подожди. Хоп. Потом... Хоп. Если, конечно... Стоп. А что я сделал? Ну... Может быть, что-то и сделал. Хоп. Так, и ты можешь перелазить, да? Тут высоко, да? Хоп. Хоп. Потом... Подожди. Хоп. Потом так. Хоп. И двор, походу, открылся какой-то, да? Хоп. Так, ну тут я ничего сделать, да, не смогу? Ну да. Так, стоп. Тут тупик, правильно? Музончик неплохой, только вот для чего это все делать? Типа. Что за фигня? И что нам тут делать? А, я запутался совсем. Блин, реально, а что делать? Я уже реально запутался здесь. Ёпарасы-то, что тут делать-то? Дверь вовсе не собиралась открываться. Джордж, я понял, что ты капитан очевидность. Только вот... Да... Что это такое? Старая водосточная труба поднималась вверх по стене, но, похоже, была сломана. Как и следовало ожидать, труба была мокрой и скользкой. А мне это что даст? Что труба была мокрой и скользкой? Да, непонятно, непонятно ни хрена, ничего не понятно. Ладно, дорогие друзья, как раз вот это и была часть стрима, который... я говорил, ну, соединю или это будет новый стрим. Это продолжение того стрима со стелсом, где мы бомбанули. Так что всем до новых встреч. С вами был Казуко Фэмили. Надеюсь, что следующий стрим, наверное, скорее всего, будет уже финальный. А всем до новых встреч. Всем всего хорошего. Всем удачи. И всем пока-пока.